турнир имеет начало 1975 года, когда он проводился как всесоюзный турнир. И потом со временем менялись разные названия, но неизменно оставался Одесским. После этого турнира у нас будет сбор подготовительный, уже заключительный сбор, где он пройдет в городе Киеве на Олимпийской базе. Будем подходить к Европейским играм. Очень спокойно, то есть нет никакой спортивной злости, да, там? Да нет, она есть, но она на ковре присутствует, а за ковром все мы друзья, как говорится.